Обеспечение горожан доступным и комфортным жильем. По словам народных избранников, исполнение этой муниципальной программы дает положительный результат. Привлеченные средства, это более 2 миллиардов рублей, были направлены в том числе на приобретение квартир и реконструкцию инженерных сетей. Однако не обошлось без пробелов. Депутаты переживают в том числе за переселение аварийщиков Су-62. По словам народных избранников, сроки постоянно переносятся. Как пояснил глава города, расселение зависит не только от действий муниципалитета. Это и распределение окружных бюджетных средств и строительство новых квадратов. В целом народные избранники проголосовали за все пункты повестки, большая часть которых касалась отчетной информации о ходе выполнения некоторых программ, итогов работы за первый квартал текущего года и внесения формальных изменений в отдельные документы города.